Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Нальпаза. Нальпаза выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – пантопрозол натрия сесквикидрат. Нальпаза используется в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, изжоги, регургитации кислым и боли при глотании. Кроме этого, препарат оказал свою эффективность в комплексной терапии при эрадикации хеликобактер пилори и язвенной болезни желудка и кишечника, вызванных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Нальпаза показан для лечения синдрома Золлингера-Эллисона, а также других патологических состояний, которые связаны с усилением желудочной секреции. Препарат можно принимать однократно перед завтраком или двукратно перед утренним и вечерним приемом пищи. При лечении изжоги, боли при глотании и регуркитации кислым следует принимать по одной таблетке по 20 мг при легкой степени заболевания и от 40 до 80 мг в сутки при тяжелом течении болезни. Положительная динамика в клинической картине заболевания становится заметна после 14 дней приема препарата. Максимальная продолжительность лечения – 2 месяца. Кроме этого, возможен разовый прием при возникновении острых симптомов диспепсии. Противопоказаниями является лечение больных, которые страдают диспепсическими расстройствами невротической этиологии. Также его применение недопустимо в терапии пациентов младше 18 лет, лактации, беременности и гиперчувствительности к компонентам препарата. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.